Известный русский ученый 19 века Иван Петрович Сидоров всю жизнь собирался сказать свое слово в науке, но собрался только перед смертью. Иван Петрович, это я. Вы меня слышите, это Иннокентий. Или как вы меня ласково называли, Кешка. Иван Петрович, говорят, вы сделали какое-то открытие. Вы бы не могли мне сказать, какое? Потому что я смотрю, со временем у нас совсем плохо. Какое, Иван Петрович, ну-ка. Иван Петрович, ну. Так. Кибе. Что? Что это? Ну-ка, еще поднатужились, Иван Петрович. Ну-ка. Кибе. За что? Зачем? Напрасно вы так, Иван Петрович. Я же ваш любимый ученик. Вам-то уж все равно. А мне-то в науке пробиваться, Иван Петрович. Вам хорошо, вы помрете. А мне-то еще жить и жить. Ну что ты шмотишься? Ну скажи хоть про что оно. Про что оно, скажи. Говори про что. Говори. Давай. Тебе. Так и умер Иван Петрович, не сказав своего слова в науке. Не сказал ни слова. Ни слова не сказал. А слово это было «кибернетика».